Кухня может быть не только вкусной, но и полезной. И лучшие витамины – это природные. Лимон богат витамином С, эфирными маслами. Мед – самая полезная сладость, знают все. Имбирь придает тонус организму, лечит от простуд. А если их соединить, то получится вкусное лекарство. В кожуре лимона больше всего эфирных масел и витаминов. Поэтому это самое ценное, мы не выкидываем. Можно пропустить через мясорубку, а можно нарезать тонкими ломтиками. Имбирь. Поскольку под кожурой больше всего полезного, снимаем ее как можно тоньше и натираем на терке или мелко нарезаем. Добавляем мед. Он и как консервант, и придаст сладость и аромат. Мед любой, липовый, цветочный, если засахарился, растопить на водяной бане. И в сезон простуд для профилактики и в лечебных целях наслаждаться вкусным лекарством или лакомством. Соотношение продуктов 1:1, но если любите сладкое, мед можно добавить по вкусу еще. Укладываем в стеклянную посуду и храним в прохладном месте. И за час до еды или после в теплый чай или воду столовую ложку размешать и с удовольствием выпить. Можно процедить, а если съедите, прекрасная клетчатка добавит полезной микрофлоры в кишечник. Ну и на любителя можно добавить гвоздики, растереть ее в порошок. Или добавить целиком. Как говорится, все для здоровья. Будьте здоровы!